друзья, всем привет! Наконец-то я приехал в Ташкент, то место, где я родился, где я вырос. И вы знаете, с тех самых пор здесь очень много чего изменилось. Вот я сейчас свое первое видео хочу начать именно со станции метро космонавтов. Ну, по-узбекски это космонавтлар. Значит, здесь прошло мое детство, здесь я вырос. Вот здесь я на этом памятнике, здесь мы катались на велосипедах, на скейтах, сюда приезжали. Вообще было очень здорово, проходило мое детство здесь. И вы знаете, прям вот я, ну, у меня даже внутри переполняет эмоции. Я здесь уже не был уже 21 год, и вы знаете, настолько приятное ощущение от того, что я вернулся на свою родину, где я когда-то вырос. И вот здесь прям, ну, знаете, прям вот, ну, в душе так настолько приятно, что ты сюда вернулся. Ну, просто не хватает слов даже описать вам свои впечатления. Хочу пройтись по вот этой стеле. Вот здесь эта стела, как раз таки посвященная космонавтам. И за мной сама станция космонавтов. Поэтому, если вы хотите тоже начать свой путь с Ташкента, вы либо приедете на станцию Амир Тимур, я просто не помню, она сейчас еще есть или нету, но я еще до нее не доехал. Ну, либо можно начать, в принципе, вот с космонавтов. Здесь тоже центр города, вот такой вот красивый небольшой парк, кругом фонтаны. Вообще очень здорово. Знаете, я даже когда летел узбекскими авиалиниями, вы знаете, даже в самолете такой был классный запах, что я даже не встречал ни в одной авиакомпании. Такое ощущение, как будто, знаете, специально кто-то что-то распыляет, какой-то приятный запах. Вот. Это у нас Герой Советского Союза, я так понимаю, да? А, здесь это Женебеков. Это у нас космонавт Женебеков, первый узбекский космонавт, который тоже был в космосе. И вот ему вот стоит памятник. И вот смотрите, какая большая центральная площадь здесь. Сейчас пойду, перейду на другую сторону. Посмотрю, вообще что-то поменялось с того времени, когда я последний раз здесь был, или нет. Ну, потому что есть какие-то места, которые я уже 1000 лет не посещал. Естественно, да, потому что 22 года здесь не был. Ну и, соответственно, вот хочу пройтись, прогуляться. Кто-то говорил, что в Ташкенте нету даже разделительных полос. Не знаю, все здесь вроде есть, все здесь хорошо. Кстати, вот здесь у меня, вот в этом доме, я даже помню, что у меня один из одноклассников жил. Вот, так что буду сейчас гулять, ходить, ну и показывать какие-то парки, которые я, например, по крайней мере, помню из своего детства. Так что продолжаем нашу экскурсию дальше.